пришли в лес. Это действительно лес, это не парк. Здесь нет фонтанов, здесь нет ларьков с едой. Здесь есть только тропы, животные. Ну и, может быть, парочка мангалов. Смотрите, здесь как бы дорога, да, вот асфальтированная, но она чуть-чуть маленький кусочек, а все остальное это какие-то невероятные тропы. Не, мы с тобой здесь не пройдем. Пойдем отсюда. Надо было брать коляску другую. Я взяла коляску, которая никак не приспособлена для таких вот дорог. Господи, как? Давайте обойдем. Здесь очень красивая речка. Короче, мы здесь почти одни, и только люди, которые ездят на велосипедах там. Мы заходили в храм, и в этом храме мне очень нравится именно озеленение. Настолько приятно, настолько красиво, и здесь очень много разных насаждений, каких-то цветов, растений, прошайки тут вот лежат, отдыхают, розы. Мы решили немножко подкрепиться, купили пиццу. Еще? Давай еще. Давай, давай, молодец. Поднимайся. Еще. Какие крутые ступеньки. Давай, давай. Давай, вот так. Вот. Нет, на попу садись. На попу. Дочь, на попу садись. Что ты делаешь? Ты так хочешь съехать? Ура! Rose all the miles, but hair grows gray and I stay wet. Fall into bed, turn out the light, and fall asleep inside. You're the one, you're the one, you're the one. And hearts grow into hearts until hearts become one, but you're the one, you're the one, you're the one. I carry your heart in my heart, sung with every song. But you're the one. Коня. А где он? Нужно что здесь. Здесь ты идешь на старт, а лишь остается. Нужно здесь. Здесь на старт. Скажи. Мы сегодня отмечаем 2 года со дня свадьбы. Личный водитель. У него мало опыта, но он очень дерзкий.
кстати, с тебя могли. Из котика закатывал. Золотая осень. Я тоже хочу влог. Здесь какой-то очень непопулярный блогер, примерно такой же, как я, ходит, снимает себя с этой с палкой на телефон. Но он без конца просто снимает. Я так никогда не делаю. Если вы меня встретите на улице, скорее всего, я не буду снимать себя. Ну, такие сумасшедшие, просто озабоченные каналом с люди, они меня пугают. На полу. Да. У меня дома уже букетиков много стоит с этими. Такая сегодня классная погода. Это последний день, когда такая погода, поэтому нужно весь день провести в лесу. Или как мы. Мы сегодня приехали в Царк Парицына. В парк Царицына, в котором очень-очень многие делают свадьбы. И я здесь никогда не была, лишь потому что мне казалось, что здесь, ну, как знаете, такое место, где только фотографируются, все оказалось здесь так красиво. Я не знаю, то ли потому, что это осень, такая сейчас просто волшебная осень, то ли потому, что здесь реально очень красиво, но здесь так здорово, мне так здесь нравится. Не знаю, почему, вот сколько лет живу в Москве, ни разу вообще здесь не была. На шею? Ты потом не сможешь спать. Я смогу спать. Поехали. Ой, тихо, держи руки. Держи. Она не умеет. Нет, стойся. Не беги, пожалуйста. Боюсь. Ой, не уеби, чуть. Мама, если там яма. Догоню. Привет. Сестер. Она ходит все время к бабуле на ручки просится. Еще бы где-нибудь поесть чего-нибудь. Так хочется покушать. Давай ручку. Так хочется. Ой, что-нибудь съесть. Кто бы мог подумать, что это туалет? Даже никаких таких вот синих дверей. Ку-ку! Сидит и дает прыщи на улице. Представляете, на лавочке народ везде, повсюду. Она сидит, дает прыщи. Подсаживает себе тут всякий вирус. Здравствуйте. Сидели тихо, а тут раз и поезд поехал. Мы здесь уже так давно. Мне сегодня, кстати, надо к 6 часам быть дома. Время 4. Сиди. Дочка спит, она устала, ну и я гулять не стала.